все болеют за наших спортсменов. Присоединяйся и ты. Скачай приложение BTV и смотри лучшие спортивные события. «1xBet» – спонсор спортивных эмоций. Бринша. Сет бринш. Кейн. Кейн здесь два столба было. Был же потом жигом пазжат. Лай финал, да? Кубка Куламбаева, Женя Хан. Чансу Джон, жобының жеңімпазына қарсы ойнайтын болады. Чансу Джон және Хан, бұл екі тенниші рейтинг өте жоғары тұрған спортшылар. Дәл осы турнирге нөмір екінші ракеткалар болып тіркелген. Ең жұптасы ойнау сайыстарында керемет ойнайды. Аут. 0-15. Дьяченко асығады қазір. Қайда асығады түсініксіз. Бәрі да. Нет, это я сказал в микрофон. Ноль де отас мне. Гейм жалпы сет басталған, жаңа ғана ойынның басталған, енді ғана. Ал біз ол кезесіді брейкпен бастайтын сияқтымыз. Нөл де қырық, міне қызық. Нөл қырық, ла фоты. Үш бірдей брейк пойнт, төрт бірдей брейк пойнт. Тіпті. Және 15-те 40. Артық сызықтың бойында қазір. Кейханова және Маклакова біраз соқ қалмасқаннан кейін. Маклакова қателесті, қателік жібет. Бүгін ойын өткізді. Дәл осы кортта 4 теннисшінің 3-і бүгін ойын өткізді, иә? Жекелеген сайыстарда оның біреуі ғана ширек финалға шығып, екеуі жеңіліп қалды. Дьяченко кеше жеңіліп үлгерген еді турнирде. 30-да 40. Екінші соққы. Және бұл брейк. Брейкпен бастады ойында. Айнединова және Маклакова. Тамаша көрсеткіш. Ал спорт эмоцияларының демеушісі BrixBet қазіргі сәтте сайыскерлердің жеңіске деген мүмкіндігін келесідей бағалайды. Дьяченко Тихонова жоғына 1.32 коэффициент, Айнединова Маклаковаға 3.15. Кері бірей қайтарып алу керек енді. Басты мақсаты осы болмақ. Маклакова допты ойынға қосады. Айнединова өзінің жұптағы серігіне сәттілік тіледі. Бұл ойының фавориттері Дьяченко және Тихонова екенін коэффициенттер ағайтып тұр.
бірақ та 8-ден бірінші финалда. Айнединова және Маклакова айқын аутсайдер болған ойында. Аутсайдер бола тұра 2-ден өлсе мен қарсыластарды оңай жеңген еді. Захарова және Макарова жұмын. Он без тебя. Он без. Дьяченко на ракеткан стал. Уйти казах. Я байхаган был сам зари. Их голмен рад. Бэкхенд тебе, форхенд тебе. Бэкхенд с ники их голмен рад. Брат, да. Форхенд сок с ники голмен рад. Не ты ниша. Мини из ниди брюга на волган. Марван Бартали. Офисон без. Сертификин. Жақса. Айнединова және Маклакова. Бар қазір. Бар назарды ойынға аударып, брейктегі басымды сақтап тұру мақсат болады. Сет соңына дейін. Екде, 0 есеп. Маклакова, өте жақсы ойнады қазір. Топты осы ойынға қосу кезінде. Ал енді, Дьяченко топты ойынға қосады қазір. Виталия Дьяченко пишет. Вместе ноль. Он без цель. Фитилоп. Дьяченко. Кем осым? Да, осы турнирге қатысты Дьяченко жаздағы президент клубына да қатысқан болатын. Нет, по сервис. Президент клубы немесе Астана Опен. Анна Данилина және Ирина Шимонович. Жартылай финалға шыққан алғашқы жұп. Фалт. Екінші мүмкіндігінде топты ойынға қосу керек қазір Дьяченко. Және тордың жанында осы бір биікте ұшып келген доп таңдып тұрған Тихонова. 30-0. Бір-бірін толықтыруы тиіс кортта, иә, екі тенниші. Серікбол ойнағаннан кейін, жұп құрып ойнағаннан кейін бірі артық қызықта мықты болса, екіншісі тордың жанында деген істеу керек, немесе керісінше. Алды. 30-15. Геймдегі есеп айырмашылық қысқарды қазір. Дьяченконың қателігінен кейін. Ең сан қой тенниші. Дьяченко осы турнирдегі. Оған ешкімнің таласы жоқ. 30-30 есеп. Әрдайым саң қой болған жалпа. Бұл тенниш. Гүзел Айнединова үшін осы турнир сәтті өтті деп айта аламыз ба?
Қарақотас. 30. Салыстырмалы түрде, әрине. Қазақстан теннисшілермен салыстыратын болса, осы турнирге қатысқан. Әне Динова сәтті ойнай алды оларға қарағанда. Жекелеген сайысты. Тасбойнау сайысында түсінікті басты фаворит. Бұланына Данилина. Шимоновичпен бірігіп турнирді жеңіп алу мүмкіндігі өте жоғары. Екі теннисші ал Дьяченко және. Қазір есеп айырмашылаған. Қысқартты. Ресейлік теннисшілер. Тихонова және Дьяченко. Біздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. Ну что ж, мы вновь на первом корте. Мы все там же. Национальный теннисный центр Астаны. BTV Women's 40. И наступила очередь теннисисток посоревноваться в парном разряде. Вашему вниманию встреча за выход в полуфинал. То есть четвертьфинальный матч, в котором встречаются Виталия Дьяченко и Анастасия Тихонова, представляющие Россию, и их соперницы по четвертьфиналу Гюзель Айнединова, наша соотечественница, которая на этом турнире выступает в паре с россиянкой Екатериной Маклаковой. Екатериной Маклаковой, той самой героиней, можно сказать, сегодняшнего дня, которая в упорнейшей борьбе уступила главной звезде турнира BTV Women's 40 в одиночном разряде Кристине Младенович. 5-7-5-7. Ну вот уже мы видим Екатерину, свежую, бодрую, играющую четвертьфинал парного разряда за выход в полуфинал. Бьются теннисистки. 2-1 впереди пока пара Айнединова-Маклакова. И они же на подаче с брейком повела казахско-российская пара. 30-15 Гюзель Айнединова подает, и Анастасия Тихонова на приеме. Двойная ошибка в исполнении Айнединовой. И счет становится 30-30. Катя Маклакова на наших экранах только что пробежала. А вот Виталия Дьяченко готовится принять подачу Гюзель Айнединовой. Да, точно на ракетку Насти Тихоновой пробила Гюзель. Таким образом, позволив организовать брейкпоинт паре Дьяченко-Тихонова. 30-40 на подачу Гюзель. К сожалению, небольшой аут был при исполнении первой подачи. Вторым мячом подает наша соотечественница. Ой-ой-ой, какая же умница Настя Тихонова. Дождалась она все-таки, когда дернется соперница к центру площадки и моментально тут же отправила мяч в освободившийся коридор по линии. Браво, браво, Настя Тихонова. Сравнивает счет
россиянка. 2-2 у нас в первом сете. Героиня предыдущего розыгрыша на подаче Анастасия Тихонова. В матче предыдущего раунда пара Дьяченко-Тихонова в упорном поединке выбила казахстанскую пару Асылжана Растанбекова и Алия Нубай 6-4, 7-6. И вот теперь за выход в полуфинал борется еще одна представительница Казахстана Гюзель Айнутдинова в паре с россиянкой Екатериной Маклаковой. А еще одна наша соотечественница Анна Данилина в паре с белорусской Ириной Шиманович сегодня уже оформили выход в полуфинал в парном разряде. Достаточно легко, 6-2, 6-1, они обыграли тайскую пару Люксика Кумхум и Пентгарн Плипеч. Анна Данилина и Ирина Шиманович – первая сеянная пара турнира в парном разряде BTV Women's 40. Ну вот и не мудрено, что оформили они уже первыми сегодня выход в полуфинал. Гюзель Айнутдинова и Екатерина Маклакова в первом раунде нанесли поражение паре Екатерина Макарова, Анастасия Захарова, двум россиянкам, четвертой сеянной паре турнира 6-3, 6-4. И Мартина Кубка, еще одна представительница Казахстана, Жибек Куламбаева, поборется сегодня тоже за выход в полуфинал с южнокорейской парой Нали Хан и Су Йон Ян, вторыми сеянными на этом турнире. Таким образом, возможно, три представительницы нашей страны в трех разных парах могут оформить выход в полуфинал турнира в парном разряде. Да, в парах гораздо успешнее играют теннисистки Казахстана. А в одиночном разряде, напомню, сегодня последний из казахстанских спортсменок сложила оружие Гюзель Айнутдинова. Уступила она француженке Хлое Паке. И дальнейший турнир в одиночном разряде пройдет уже без участия теннисисток из Казахстана, но зато в парном разряде у нас целая россыпь талантливых соотечественниц, которые продолжают свою борьбу на турнире. А на подаче Анастасии Тихоновой 40-40. И решающее очко разыгрывается, и проигрывает его Виталия Дьяченко. Слета не сумела укротить этот мяч, отправив в сетку, и выходит вперед у нас пара Гюзель Айнутдинова и Екатерина Маклакова. Крупным планом на наших экранах что-то вышел физиотерапевт к Гюзель. Он подошел, что-то беспокоит теннисистку из Казахстана. Будем надеяться, что ничего серьезного, и продолжит игру. Біздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр.
пока колдует физиотерапевт над рукой Гюзель. Ну, улыбка на лице Гюзель позволяет нам предположить, что все в порядке и продолжит играть казахстанская теннисистка. Все, выходит. Выходят спортсменки на корт. Улыбается Гюзель, улыбается Катя. Все хорошо. Матч продолжается. Напомню, что трансляция идет при поддержке компании 1xBet, спонсора спортивных эмоций. Коэффициент на данный момент на победу пары Дьяченко-Тихонова составляет 1.75 и Айнединова-Маклакова 2 ровно. С небольшим перевесом в гонке фаворитов пока лидирует Дьяченко-Тихонова. Но на подаче Кати Маклаковой сейчас 30-15 только что стало. 3-2 пока впереди команда Айнединова-Маклакова. Виталия Дьяченко была крупным планом на наших экранах только что. Катя допускает двойную ошибку, позволяя россиянкам сравнять счет в гейме на своей подаче 30-30. Аут! Гюзель очень грамотно и мудро пропустила этот мяч, хотя могла она играть его с лёта у сетки. Прочувствовала она, что в аут летит. Это игротский опыт такой, мудрость опытного игрока. И 40-30. Геймбол у Айнединовой Маклаковой на подаче Кати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Катя! Вновь двойная ошибка. Ровно. Да, дает, наверное, о себе знать предыдущая встреча. Напомню, что и Гюзель, и Катя сегодня играли свои одиночные встречи. Обе теннисистки, к сожалению, их проиграли, но соперницы уж были более чем достойные. В упорной борьбе обе теннисистки уступили. Поэтому можно предположить, что все-таки немножко усталость накопилась. Но, тем не менее, абсолютно равно идет у нас игра. С небольшим перевесом в счете пока впереди Айнединова Маклакова. С брейком они ведут в первом сете, но готовится подавать Дьяченко Виталия. У нее в паре сегодня Настя Тихонова. Пока 2-4. Уступают россиянки. Дьяченко тут-то. Уинга. Косу даже не степнем без тяну. Сет восстал гейм. Брах ты ең басы брейк басым дырминал да Маклакова же не Айнидина. Осы басым перп поймал грек. Коэффициентке қарап тұрсақ, фавориттер Дьяченко және Тихонова ол түсінікті. Бұл коэффициент. Коэффициент не демейді. Отыздан өл. Thank you.
40-та нөл есеп, екінші соққы. Диченко және Маклакова соққы алмасты, және Маклакова қателест. 4-3. Жетінші гейм ойнатылды, демек қазір шағын үзіліс теннисшілерде. Айни Динова. Кезек Гюзель да доптойынға қосады. Кен жол Айни Динова доптойынға қосқан кезде қарсылас брейкс деген еді. Бұл жолы қалай болады? Бұл жолы гейм сәтті басталды Маклакова мен. Айни Динова үшін 15-0. Сыздан өл өте жақсы қазір. Гюзель Айнединова сенімді ойнады. Рахтан. Гейм жалғасады қазір. 40-15. Босаң сыпау керек. Неде болса қазір Гюзель мен Екатеринаға. Қарсыластары өте тәжірибелі. Гейм тағы жалғасады. 40-30. Кезек тұпай қазір Деченко және Тихоноваға. Брейкпойнт тұпай болып келеді.
Айни Динова қазір. Тағы қателесті 40-40. Есеп 40-0 болған. Өте маңызды қазір. Опай ойнатылады. Есепіне 4-4 болады, есепіне 5-3 болады. Брейк басымдығын сақтап қалатын. Соңғы мүмкіндік гейімдегі. Өте маңызды ұпайлар негіз бірінші сет барысында Дьяченко ұтылып қалды. 5-3. Жақсы. Хотелось бы отметить отличную работу наших операторов сегодня на корте. Молодцы ребята во главе с нашим режиссером Тимуром Сисикеевым. Просто профессионалы своего дела. Приятно, когда такая команда у телеканала «Инспорт» работает для вас, уважаемые телезрители. А Виталий Дьяченко ошибается при игре с лета у сетки. И 0-15 на подаче Тихоновой. 3-5 россиянки с брейком пока уступают в первом сете. Матч четвертьфинального раунда в парном разряде BTV Women's 40. Ой, Настя Тихонова все видит. Только оставь ей щелочку какую-нибудь или открытое пространство на корте. Моментально туда посылает мяч россиянка. Молодец. 15-15. 30-15. Гюзель ошиблась, выполняя форхенд. Продолжает Настя Тихонова подавать. А у сетки ее партнерша Виталия Дьяченко. Не пришлось Виталии вступать в игру. Настя все сделала сама. Подала, вышла к сетке и вколотила смэш. 40-15. Настоящая командная игра. Вновь срывает форхенд Гюзель. И без особых проблем сокращают разницу в счете в первом сете российские теннисистки. На наших экранах Тихонова Дьяченко о чем-то поговорила быстренько с судьей на вышке. Настя Тихонова. А вот и Катя Маклакова и Гюзель Айнединова. В прекрасном расположении духа. Давайте посмотрим лучшие моменты предыдущего гейма. Вот это тот момент, когда Гюзель прямо на ракетку Насти Тихоновой сыграла. И, конечно же, в такой ситуации Настя не ошибается. Ой, вот этот слайс. Точненько по месту в исполнении Насти. Довольная. Довольная. Настя и Виталия также оценивает профессионализм своей напарницы. Крупным планом слева Виталия Дьяченко. Справа ее партнерша Настя Тихонова. Что-то с ногой у Насти, видно, затейпована нога.
даже сняла кроссовок и сама себе немножко массажирует. Неужели вызвала физиотерапевта, ждет, наверное, она. Да, что-то за сбой или девчонки. У нас практически в каждом матче выходит на корт физиотерапевт. Легкой жизни не дают они этому человеку. Ну, а Гюзель прямо очень расслабленно развалилась. Попивает водичку. Ведет непринужденно беседу с Катей Маклаковой. Пока физиотерапевт колдует над ступней Насти Тихоновой. Напомню, трансляция сегодняшняя проходит при поддержке букмекерской компании 1xbet, спонсора спортивных эмоций. И на данный момент коэффициент на победу российской пары Дьяченко-Тихонова составляет 2,1. А вот на победу пары Айнетдинова-Маклакова 1,67. Таким образом, фаворитами на победу в этом матче, по мнению букмекеров, являются сейчас Гюзель Айнетдинова и Екатерина Маклакова. Они ведут 5-4, готовятся подавать на первый сет. Ну вот этим, наверное, и обусловлено то, такое расслабленное, радостное настроение в казахстанско-российском дуэте. Тейпует заново правую ступню Насти Тихоновой физиотерапевт. Надеемся, что это поможет ей. Но улыбается Настя, значит, я думаю, что ничего серьезного. Виталия начинает уже готовиться к выходу на корт. Правильно, нужно потянуться, размять все мышцы, подготовить свое тело к борьбе. Да, всем подходит к завершению манипуляции физиотерапевта со ступней Насти Тихоновой. Гюзель с Катей уже пошли на свою исходную позицию. В нетерпении переминается с ноги на ногу Виталия Дьяченко, своим боди-ленгвичем, как бы подгоняя свою партнершу, говоря: Настя, ну давай, давай, давай уже, все, вперед, пора, 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 пора. Посмотрим, какую службу сослужит эта пауза для российских девчонок. Поможет ли она сбить с победного настроя Гюзель и Катю и попробовать еще побороться за победу в первом сете? Напомню, Айнетдинова, Маклакова подают на первый сет. Команды готовы. Начинаем. Первая подача Маклаковой летит в аут. Виталия Дьяченко играет на приеме. За упокой начала этот гейм на первый сет подающая Екатерина Маклакова, 0-15.
Три подряд подачи уже не подала Катя. Тревожный звоночек. Настя Тихонова хороша была. Очень мощно она атаковала. С форхенда обратным кроссом. Мимо играющей у сетки Гюзель. И не выдержала этого напора. Катя Маклакова ошиблась в итоге. 0-30. Аут. Рискнула, решила на вылет пробить мощно с бэкхенда Виталия Дьяченко. Ошиблась. В аут улетел мяч по длине 15-30. Вот и хорошая первая подача проходит у Кати, которая позволяет сравнять счет. По 30. Да, россиянки очень хорошо провели этот розыгрыш, в итоге заработав брейкпоинт. Тридцать сорок на подаче Маклаковой. Аут. Это аут. Вторым мячом придется подать. Настя Тихонова сейчас будет атаковать. Поспорил бы я тоже сейчас на месте Насти Тихоновой, потому что мне показалось, что мяч попал в площадку. Мощно принимала, все правильно делала. Мощно, плотно, под заднюю линию, без возможности для соперника контратаковать. И судья крикнул аут. Давайте посмотрим повтор. Спасибо, режиссер. Да, давайте еще раз, если можно. Да, ну это не просто аут. Да, это аутище. Поэтому просим прощения. Настя. Это был аут. Ровно. Спасибо режиссеру и операторам за великолепный повтор. В отсутствии Хоукай профессионализм операторов и режиссера, конечно же, решает многое. Да, от отчаяния бросает Катя Маклакова ракетку в корт. Восстанавливают равенство Дьяченко и Тихонова. Сравнивают счет они. В первом сете 5-5. Поддерживает Гюзель свою напарницу Екатерину Маклакову. Мол, ничего страшного. Все нормально. 5-5. Вся борьба еще впереди. Давай, соберемся. И снова в бой. Без тебя есть мне. Айнидинова, Женя Маклакова. Алтада Туртисевмин. Корнблай Алмада, бринч, сет. Ойн жалгасад. Сет жалгасад. Еченко до туынга госада. Жене алгаш купай, он бринч, геймде Маклакова, Женя Айнидинова, да. Тихонова. Сенім сізде ойнай бастады Тихонова, байқыған болсаңыздар. Неліктен? Түсініксіз.
жұптасып ойнау сайыстарында бір теннисші алға сүйрейді. Жалпы көшбасшы бір ойыншы болады. Екінші теннисші оның серігі соның ырқына жығылып айтқанымен жүреді. Дегеніне көнеді. Және жұдырық болып жұмылып жеңіске жетіп жатады теннисшілер. Қазір дәл осы жұпты алға сүйреп жүрген паровоз ол Тихоновай. Тихонова қазір тенімсізде ойнай бастады. Көшбасшылықты Дьяченко қолға алу керек. 15-15. Ал қарсы тарапта Маклакова көп қателесе бастады. Ойын басында керісінше бұл жұпты сүйреп жүрген Екатерина еді. Отсыда 15. Әйне Динова. Ойдағыдай шықпады соққы қазір. Көңілдегідей орындай алмады бұл соққыны. Дабы фол, қос қателік, 30-да 30. Дьяченко. Қос қателікке жол берді. Өте маңызды пай қазір Айнединоваға телеспеу тиіс болған. Ай-ай-ай. Өте маңызды пай еді қазір. Осы пайды алғанда Айнидино және Маклаковада бір емес екі брейкпойнт пай болуш еді. Жүзеге келуш еді. Яғни тағы да бір брейк жасайтын мүмкіндік туындаушы еді. Дьяченко және Тихонова есепте алға шықты. Бірінші рет, бірінші сетте. Дәл осы екі теннисші есепте алға шығып отыр 6-да 5. Ең бастысы қандай сетте өте маңызды кезеңде есепте алға шығып отыр. 12-ші гейм допты ойынға Гюзел Айнединова қосады. Шымкент теннис мектебінің түлегі. Он екінші гейм. Қателікпен басталды қазір. Гейм. Он без сил, он без шахса.
Дьяченконың қателігі 30-15, есепте алғашықты қазір Айнединова және Маклакова. Та 15 тайбрейкке жақындап келеміз қазір. Тайбрейк кетіпті, өте жақынбыз. Және тайбрейкті көреміз. Бірінші сетте 6-6 есеп. Жеңімпазды бізге теннис лотереясы тайбрейк анықтап береді. Гюзель Айнединова және Екатерина Маклакова жұбы 12-ші кейінде есепті теңестіре алды. Гюзель Айнединованың бүгінгі жарыс күніндегі екінші тайбрейк. Жекелеген сайысында тайбрейк болды. Тағы да бір қызық көрсеткіш. Тихонова бүгін Нигина Абдурайымовна 7-5 есебімен жеңді. Яғни тайбрейкке дейін жеткізбеген еді. Ал Маклакова керісінше 7-5 есебімен жеңілді. Тайбрейкке жете алмаған еді. Младеновичке қарсы ойында. Міне қызық. Аут 2-0. Мини-брейк басымдығымен алға шықты міне. Дьяченко және Тихонова. Дегенмен тайбрейк енді ғана басталды. Бір мини-брейк басымдығы. Екі мини-брейк басымдығы әрине. Жақсы мүмкіндік сыйлады теннисшілерге. Дьяченконың кезегі. Маклакова өте жақсы соққылармен қыспа қалды Дьяченконы және есеп 3-1. Әпсетте мне мини-брейктегі басымдық көзді ашып жұмғанша жоққа шықты. Екде үш топты ойынға қосу кезегі Гюзель Айнединоваға өтті. Айнединова екі рет топты ойынға қосып береді қазір.
Межен алдағы 2 пай кімге берді бұл жерде? Тағы да бір мини-брейк. Не 4-те 2-6 пай ойнатылды тай-брейкте. Демек, теннисшілер корттағы орындарымен алмасады. Кездесу ары қарай жалғасады. Айнединованың тағы да бір мүмкіндігі қалған болатын топ тойынға қосатын көрейік. Гюзәл. Не болды? Қазір қобал жу бастым Айнединованы. Топ тойынға қосу қиындап барады. Жоқ. Ұзақ дайындалған екен. Бұл дегеніңіз осы бір ұпайды жеңіп алуға барын салғаны деген сөз. 4-те 3 есеп. Төртте төрт. Мини брейктегі басымдық тағы да жоққа шықты. Топты ойынға қосып жатқан тарап тұрақсыз ойнауда бұл жерде. Тихонова, бұл жерде енді ешқандай мүмкіндік қалдырмады. Қысқа қайыр. Қайтарды жауапты Айнединова. Ал корттың ішіне кіріп келген Тихоноваға. Корға тигізіп, кортқа түсіріп ары қарай, корттаны қыстырып шығарып тастау. Қарсылас жете алмайтынды етіп, соққы жолдау. Қиын болмады. Дейченко допқа тиіспе қойса қайтеді тордың шанынды. Қайта-қайта қателесті бұл ойыншы. Бесте-бес есеп, тағы да Дейченконың қателігі қымбатқа түсіп отыр. Ал Тихонова керісінше, ол тордың жанында өзін судағы балықтай сезінеді, және ол өте сенімді ойнай алады ең бастысы. 6-5, бұл сет пойнт. Бүгін кездесудегі бірінші сет пойнт. Дейченко және Тихоновадағы бірінші сет пойнт. Айнединова Маклакова жанында сет пойнт болды. 10-ші гейімде. Тайбрейктегі бірінші сет пойнт. Тайбрейк ары қарай жалғасады ма? Дейченко допты ойынға қосады. Эйспен жауып тастағысы келеді әрине бірінші сетті. Эйс болмады дегенмен бірінші соққыны орындай алды Дейченко. Бірінші қателікке дейін ойын жалғасады. Бірінші қателікті Екатерина Маклакова жасады. 7-6 бұл бірінші сеттің есебі. Тихонова, Дейченко жұбы бұл текетіресте есепте алға шықты 1-0. Фортыдан кредит алым. Толығырақ форты кезетте. Мәссаған жаңа камри ұтып ал. Подробнее на форты кезет. Мәссаған камри.
бәрі біздің спортшылардың жанкүйері. Сен де қосыл. BTV қосымшасын жүктеп, спорттық тамаша іс-шараларды көр. XBet. Спорттық эмоциялардың демеушісі. Спорт эмоцияларының демеушісі бір эксперт қазіргі сәтте сайыскерлердің жеңіске деген мүмкіндігін келесідей бағалайды. Диченко және Тихонова жұбына 1-де 30 коэффициент, ал қарсыластарға 3-де 2 коэффициент. Екінші сетті бірінші болып Гюзаль Айнединова бастап береді. Топты ойынға қосатын Қазақстан теннисшісі. Орталық кортта қазір тағы да бір Қазақстан теннисшісінің қатысуымен өтетін матч басталады. Кубка Құланбаева жұбы ширек финалдық матчтарын өткізеді өздерінің. Қарсылас оңтүстік кореялық теннисшілер өте мықты. Әсіресе жұптасып ойнау сайыстарында сәтті ойнай алатын теннисшілер. Он без себя, он без. Девчонка был жалот ордың жанында. Қателес педа. Айнединова. Қателек. Бірінші сет ұзаққа созылды, ә, екінші сет тайбрейкке дейін бармауы мүмкін. Өйткені корттағы төрт теннисшінің үшеуі жекелеген сайыстарда матчтарын өткізді осының алдында. Және үшеуі де өте ауыр матч өткізді, иә. Маклакова мысалға. Младеневичпен белгі 2 сағаттай кортта кім мықтыны анықтады. Тихонова да. 2 сағаттай кортта уақыт өткізді, ойнады, күшті салды. Барын көрсетті. Айнединова да өте тартысты ойында, біраз күш жоғалтқаны түсінікті ақ. Бір күнде екінші тайбрейкті жеңіліп отыр Айнединова. Жақсы, қазір не 30-да, 30 есеп. Әрдайым күшке салып, бұру жалып, бұл дұрыс шешім болмауы мүмкін. Керек болса, айлаға салып, осылай кесіп ұруға. Қарсылас жете алмайтын нүктеге допты дәл бағыттауға болады. Екінші соққыса. Еді бұл Айнединованың және дабл фол демек, қос қателік. Екінші сет басталғаны жаңа ғана алы 2-1-дей брейкпойнт көріп отырмыз. Брейкпен басталды мне екінші сет. 1-0. Ал ұтылып жатқан теннисшілердің көңіл күйіне ойындағы есеп ешқандай да әсер етіп жатқан жоқ. Алда келесі апта жаңа турнир, жаңа үміт, жаңа мақсат. BTV Women's Alps турнирі. Дәл осы корттарда өтеді. Мен бірінші корттағы ойындарды Инспорт арнасы арқылы тамашалай аласыздар.
Болт. Nolandes, the last 15. Один-ноль повели во втором сете россиянки. Виталия Диченко и Анастасия Тихонова сделали брейк в первом же гейме на подаче своих соперниц и теперь пытаются закрепить свое преимущество на подаче Виталия 0-15. Ноль тридцать. Гюзель на наших экранах. Уроженка Шымкента. Мощно пробила с форхенда, не справилась с этим ударом Виталия Диченко в защите. И 0-40. Пятнадцать сорок. Света сыграла очень хорошо по месту Настя Тихонова. И первое очко в этом гейме на своей подаче выиграли россиянки. 15-40. Уже 30-40. Два брейкпоинта отыграно Диченко и Тихоновой. Продолжает Виталия подавать. Что ж такое? С подбросом какие-то нелады у Виталия. Да, решила поменять направление атаки. Катя Маклакова, ну, отправила мяч точно на ракетку, идеально занявшей позицию у сетки Анастасии Тихоновой, и то и не составило больших проблем с лета укротить этот мяч. Ровно три брейкпоинта отыграли Виталия Диченко и Анастасия Тихонова. Обидно должно быть Гюзель и Катя. Подарила. Подарила Виталия Диченко этот гейм соперницам, позволив им сравнять счет. Во втором сете у нас 1-1. И Екатерина Маклакова будет подавать. На соседних кортах проходят еще две встречи четвертьфиналов в парном разряде. Пара Вурт-Кудерметова играет против Джимбрера Схофс. Пока 5-5 в первом сете. И еще одна наша соотечественница Куламбаева в паре с Кубкой из Польши. 2-0 в первом сете пока ведут против пары Джанг Хан. 0-15 на подаче Екатерины Маклаковой. Настя Тихонова
резко пыталась перевести направление атаки. С форхенда по линии пробивала, но угол выбрала чуть-чуть неправильный. Мяч улетел в аут. 15-15. Вторым мячом подает Маклакова. Аут у Диченко. 30-15. Крупным планом Виталия на наших экранах. Пытается разобраться, что же она сделала не так, почему мяч улетел в аут. Пока она разбирается, Катя Маклакова подает. Ай-яй-яй-яй-яй. Вновь с выбором угла ошиблась Маклакова. Резким кроссом с бэкхенда пыталась атаковать Катя. Но ошиблась по длине, поэтому мяч улетел за пределы корта. 30-30. Это аут. Настя Тихонова перехитрила свою соперницу. Заставила она ее ударить прямо точно на ракетку. И затем уже с лета у сетки Настя четко укротила этот мяч, заработав брейкпоинт для своей команды. Ну а вот теперь уже Екатерина Маклакова. Молодчина. Воспользовалась она ошибкой позиционной Виталии Дьяченко. Виталия оставила коридор по линии. И незамедлительно Катя Маклакова точнёхонько туда и пробила. Отыгран брейкпоинт. Ровно. Обидно, что первая подача не идет у Кати. Браво, Виталия и Анастасия. Одна шикарно просто приняла. Вторая завершила розыгрыш победным ударом. Вот настоящая командная игра в исполнении россиянок. И более вот такие слаженные действия и обеспечивают пока преимущество в этом матче Виталии Дьяченко и Анастасии Тихоновой. Настя на наших экранах крупным планом. Хороша сегодня Анастасия. Лидер она в своей команде. Такое у меня складывается впечатление. Ведет за собой она Виталию. За выход в полуфинал BTV Women's 40 в парном разряде бьются теннисистки. Два один с брейком россиянки повели во втором сете. Посмотрим, удастся ли им закрепить успех. Точно на ракетку Виталий Дьяченко пробила Гюзель Айнетдинова. Ну, опять же, давайте отметим абсолютно правильную позицию Виталия Дьяченко в том розыгрыше. И вновь теперь уже Екатерина Маклакова
пробивает на ракетку Виталии. Позиционно не ошибается больше Виталия. Как вот в прошлом гейме все-таки оставила на коридор, это была ошибка. Больше она таких погрешностей в своей игре не допускает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но слава богу, что все хорошо закончилось. Улыбается Гюзель. Довольна она тоже тем, что все-таки все решилось в их пользу. 30-15 на подаче Анастасии Тихоновой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, даже не знаю, как прокомментировать. Грубо ошиблась. Настя просто не попала по мячу банально. 30-30. Гюзель и Екатерина могут побороться за брейк. Всего лишь один брейк уступают они своим российским соперницам. Вновь позиционная ошибка Виталии. Оставила она линию неприкрытой. И опытнейшая, хитрющая Гюзель Айнетдинова все видит. Сразу же в эту брешь в обороне россиянок отправила она мяч. И обеспечила брейкпоинт своей команде. Кате Маклакова сейчас нужно хорошо сыграть на приеме, но этого не потребовалось. Расклеилось что-то Настя Тихонова. Как минимум в этом гейме. Отдали, так, наверное, лучше будет сказать, этот гейм россиянке своим соперницам. Но спасибо им за это. 2-2. И Айнетдинова Маклакова на подаче. Подает Гюзель. Хорошая подача. Ошиблась на приеме Виталия. 15-0. Продолжает подавать Айнетдинова. Не попала первым мячом. В этот раз не справилась с обработкой мяча с лёта Виталия Дьяченко. 30-0. Теперь Виталия вновь допускает ошибку на приеме. По очереди они. В прошлом гейме Анастасия Тихонова своими ошибками помогла выиграть гейм Айнетдиновой Маклаковой. В этом гейме Виталия ошибается. Да. Сыграла с лёта этот мяч, пыталась укротить его Настя Тихонова, но уж больно сильно пробила Гюзель Айнетдинова с форхенда, и мяч улетел в аут от ракетки Насти Тихоновой, конечно же, и гейм за российско-казахстанским дуэтом. 3-2 впереди Гюзель Айнетдинова и Екатерина Маклакова.
Вурт Кудерметова и Дембререс Хофф сыграют тайбрейк в первом сете. 5-3 пока Вурт Кудерметова впереди. А другой поединок, который нас больше интересует, потому что там играет наша соотечественница Куламбаева в паре с Кубкой, там счет 2-2 в первом сете. Против Джан и Хан играют Кубка и Куламбаева. Ну а у нас первый сет выиграли на тайбрейке россиянки Дьяченко и Тихонова. Во втором впереди пока Гюзель Леонидинова и Екатерина Маклакова. Но на подаче россиянки. В этот раз очередь Виталии Дьяченко подавать. Эх, Катя Маклакова немножко сбила с толку свою партнершу. Дернулась она вначале к этому мячу, который не могла сыграть. И отвлекла немного внимания Гюзель Екатерина, что и привело к проигранному очку в итоге. 15-0 на подаче Виталии повели россиянки. 30-0. В этот раз форхенд Екатерины Маклаковой оказывается в сетке. Крупным планом Катя на наших экранах. Много раз сегодня мы уже видели Катю и крупные планы видели. Все это благодаря ее потрясающей игре в матче против Кристины Младенович, главной звезды BTV Women's 40. Ну, вот, наверное, слишком много сил Катя оставила в том поединке. Чем и объясняются те ошибки, которые она допускает в этом парной уже встрече. Гюзель, так свечки не бросают. 40-0. Близки россиянки к тому, чтобы сравнять счет во втором сете. Пока 2-3 они уступают, но 40-0 на их подаче. Продолжает Виталия подавать. Ой, какой угол шикарный выбрала для своей атаки с бэкхенда Катя Маклакова и точно послала мяч в цель. Браво! Очень тонко сыграла Катя. Молодчина. 15-40. Точнее 40-15, потому что продолжает подавать Виталия Дьяченко. Аут. И 40-30. Да, с трудом, конечно, спасла эту ситуацию Екатерина Маклакова для своей команды. Вначале она пробила точно на ракетку соперницы, играющей у сетки. Так, к сожалению, не смогла точно положить по месту мяч. Дотянулась. Катя сыграла все-таки его и сравняла счет. 40-40.
Но все-таки следующим розыгрышем выигрывают гейм на своей подаче россиянки. Очередь Кати Маклаковой подавать. Три-три во втором сете. Ноль 15 после ошибки Кати Маклаковой. Ноль 30. Повисают гейм на своей подаче. Важный седьмой гейм. Гюзель Анединова и Екатерина Маклакова. В этот раз перестрелку выигрывает Екатерина Маклакова у Виталия Дьяченко. 15-30. По 30 сравниваю счет. Екатерина и Гюзель. Нет, таких ошибок Настя Тихонова не прощает. 30-40. Брейкпоинт у россиянок. Да, и вновь Катя Маклакова ошибается, бьет фактически прямо в игрока, который находится у сетки, и россиянки делают очередной брейк в этой встрече и выходят вперед со счетом 4-3. Вурт Кудерметова взяли первый сет на тайбрейке. Выиграли все-таки они у Джимбрерас Хофс. И 1-0 повели по сетам. А Кубка Коломбаева пока 3-4 уступают паре Джанг Хан. Но на подаче польско-казахский дуэт. Время выходить на корт и продолжать борьбу за победу, за выход в полуфинал в парном разряде BTV Women's 40. Анастасия Тихонова готовится подавать. В этот раз Гюзель точно на ракетку. Виталий Дьяченко выбрасывает мяч с приема.
0-15, как следствие. 15-0, вернее. Аут. По 15. Не накрыла этот свой бэкхенд Анастасия Тихонова. Поэтому в аут улетел мяч. Ой-ой-ой. Теперь же срывает прием Гюзель и хватается за голову. Как же это я могла такое учудить? 30-15. Ой, Настя все видит. Только буквально на какие-то сантиметры двинулась по направлению к центру сетки Виталия Дьяченко. И моментально в освободившуюся, буквально даже щелочку, наверное, это можно назвать, отправила мяч Анастасия Тихонова. Не первый раз она уже это делает. И урок не идет впрок. Операторы у нас сегодня просто блещут в работе. Крупным планом Виталия Дьяченко на наших экранах. 5-3. Команда Виталия Дьяченко и Анастасия Тихонова впереди во втором сете, а Гюзеля Нединова в паре с Екатериной Маклаковой на подаче. Вторым мячом подает Гюзель. Вновь ошибка. Да, я называю это ошибкой от Гюзель Айнединовой. Но вся площадка перед тобой, а ты бьешь прямо точно на ракетку игроку, который стоит у сетки. 0-15. Теперь то же самое делает с приема Анастасия Тихонова. На ракетку Кати Маклаковой она выбросила этот мяч. Катя не ошиблась. Четко сыграла с лета. 15-15. И вновь то же самое. Прямо в игрока, стоящего у сетки, пробила Виталия, но в этот раз с лета ошиблась Гюзель. 15-30. Смэш безошибочно играет Анединова. Вновь сравнивая счет в гейме на своей подаче. 30-30. 40-30. Виталия Дьяченко не справляется с приемом, не справляется по направлению. Второй раз подряд уже она принимает точно в игрока, который стоит у сетки. Ровно. Ровно, и это означает то, что матчбол у
Виталии Дьяченко и Анастасии Тихоновой. Гюзель нужно подать первым мячом, что она и делает. Но Виталия принимает. Ай-яй-яй-яй-яй! Гюзель! Атакуя мощно с форхенда, в сетку отправляет мяч наша соотечественница, уроженка Чимкента, Гюзель Айнединова. Таким образом, в полуфинал парного разряда BTV Women's 40 выходят россиянки Виталия Дьяченко, великолепная, и ее напарница, не менее великолепная, Анастасия Тихонова. Поздравляем россиянок. Ну и благодарим за участие в турнире Гюзель Айнединову и Екатерину Маклакову. Завершили свое выступление на этом турнире и в одиночном, и в парном разряде. Сегодня в один день и Гюзель, и Катя. Но они, я думаю, могут занести себе в актив этот турнир. Ничего сверхъестественного, но и ничего провального. Катя Маклакова однозначно может поставить себе жирный плюс за участие в этом турнире в одиночном разряде, потому что супер матч сегодня выдала 18-летняя россиянка против Кристины Младенович, значительно превосходящая ее и по рейтингу, и по классу, и по опыту. Но Катя была просто молодцом сегодня. Действительно доставила удовольствие она всем любителям тенниса, хоть и уступила. Вот так бывает иногда. И так закончился у нас очередной игровой день на турнире BTV Women's 40. Мы не прощаемся, мы говорим до завтра. Телеканал InSport. Завтра вновь в прямом эфире будет радовать всех любителей тенниса Казахстана замечательными матчами, отличными комментариями, отличной картинкой от нашего режиссера и его команды операторов. Ну а сегодня говорим вам до свидания, не прощаемся, увидимся завтра.